83 картины 37 мастеров и 4 юных живописцев. «Ветры Донбасса» – это общее название выставки художников Донецкой Народной Республики. Разнообразные по жанрам, выразительным средствам и авторским приемам – живопись, графика, скульптура – все эти произведения представляют Донецкую школу изобразительного искусства разных поколений художников. И несмотря на то, что эти картины приехали из республики, где продолжается война, все картины о мире написаны яркими красками и полны позитива. Выставка ознакомит зрителей с красотой Донбасса. Это и море, и горы, и бескрайние степи, и поля, городские пейзажи. Самая главная задача – это показать, что Донецк живет, в Донбассе идет творческая жизнь художников. И самое главное для художника – это быть услышанным, быть увиденным. Сам Донбасс, он в степи, он продувается со всех сторон ветром, поэтому нам бы хотелось, чтобы вот этот ветер был теплым, мирным, радужным, чтобы все оттенки ветра, они позитивно складывались на ситуацию, которая сейчас. Кстати, с начала конфликта на Украине художники юго-востока страны впервые выехали за территорию республики с выставкой. Теперь художники с Донбасса ответным визитом ждут в ДНР и сочинских живописцев и скульпторов.